сюда было. Друзья, мы приехали в Астану, в Нур-Султан. Вот нас везут сейчас в отель с Ириной. И Аян нас встретил, наш партнер, франчайзи. Сегодня ночь. У нас сколько? Два ночи, да? Поэтому я не смогу тут большой эфир сделать прямой. А завтра с утра я выйду в прямой эфир. И у нас мероприятие завтра, поэтому кто хочет, приходите. Абсолютно, да, я вижу, очень красиво. Абсолютно бесплатный вход. И чтобы сейчас не объявлять, где это мероприятие будет, я еще мало ориентируюсь, я под видео выложу в комментариях адрес. Адрес, время. Так что смело приезжайте, пообщаемся, задайте любые вопросы по открытию бизнеса за рубежом, по инвестициям, по работе, по учебе, лечению и так далее. Все наши услуги. Поэтому все расскажу. Пишите, кто не успел, если не успеет на мероприятие, пишите в наш офис в Астане, который на сайте находится, passport.com. Задавайте вопросы. Не стесняйтесь. Вот мы приехали в отель.